Мы показываем мир таким, каким его видите вы. Мы даем вам возможность поделиться со всем Татарстаном тем, что вас не оставило равнодушными, что заинтересовало, взволновало и мимо чего вы не смогли пройти просто так. Вы сами авторы этой программы. Здравствуйте. С вами Станислав Яковлев, мобильный репортер в течение следующих 5 минут на телеканале «Татарстан-24». Стычку празднующих День военно-морского флота и полиции снял один из очевидцев в Казани. Он не захотел указывать своего имени и как-то комментировать то, что снял. Зато увиденное прокомментировали пользователи социальной сети. Смысл отзыва заключался в том, что вести себя так недопустимо. И все вспоминали, что сегодня еще и день ВДВ. А кто-то вспомнил, что отмечается еще и день железнодорожника Ильи день. И представил, как будет чувствовать на утро себя железнодорожник Илья, ослуживший в воздушно-десантных войсках. К слову, вечером, после фактического окончания празднования Дня военно-морского флота, казанцы сняли на улице мирно спящих людей. Кто-то отдыхал на капоте машины, своей или нет, неизвестно, а кто-то мирно дремал на диване, и ничего, что прямо посреди улицы. Ну и порадовали за людей, вечеринки, видимо, у них удались. А такое выяснение отношений сняли в самом центре Казани, на улице Баумана. Дерущиеся никого вокруг себя не замечали, казалось, никто не замечал их. Люди спокойно проходили мимо, кто-то проезжал на велосипеде. Тем, кому зрелище, видимо, особенно приглянулось, все же останавливались посмотреть, что же будет дальше. Кто-то уходил, кто-то оставался, но никто так и не попробовал их разнять. Остановить такое выяснение отношений смогли только сотрудники полиции. Несколько автомобилей сгорели во время пожара в здании заброшенного склада в Казани. Очевидцам удалось снять все на мобильные телефоны. В здании, по предварительной версии, располагался автосервис. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Ущерб сейчас уточняется. А дознаватели выясняют причины произошедшего. Да, сгорел. Чисто капот. Передние колеса нормально. Внутри, считай, десятка сгорела, Lexus сгорел, да, получается? Volkswagen стекло выбили. Mitsubishi стекло выбили, чтобы утащить. Аварию и исчезновение одного из участников столкновения с места происшествия выложил на видеохостинг казанский автомобилист. Он сообщил в описании к видео, что водитель «Лексуса» в поселке Киндери протаранил его автомобиль и скрылся с места ДТП. Вызвал ли автоинспекцию на место автор видео или также уехал, решив ограничиться обнародованием видеозаписи, он не сообщил. Автомобилистам не дает покоя яма, что больше 2 месяцев назад появилась во дворе дома 121 на улице Хади Такташа. Чтобы в нее никто случайно не попал, местные жители воткнули в нее палку. Затем еще одну, затем деревянный ящик и чуть ли не кресло. Коммунальные службы это, видимо, удовлетворило, и заделывать отверстия в асфальте они не спешат. И на просьбу о ремонте никак не реагируют, поплакали жители в социальных сетях. Казанцы нашли на улице раненого птенца. У него, как написали под фотографией, возможно, сломано крыло. Сами определить не смогли, что за птица и характер повреждений. И спрашивают, есть ли клиники, куда можно пристроить раненых животных в надежде на уход и лечение. А одна из жительниц Казани найденных птенцов-стрижей выходила сама. Кормила их тараканами и сверчками, пока птицы не подросли и не смогли улететь. К слову, она также выходила и ворону, которая, когда подросла, оказалась грачом. Но это уже не так важно. Съел. Все, что не оставило вас равнодушными, что заинтересовало, взволновало и мимо чего вы не смогли пройти просто так, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». Адрес указан на экране. Поделитесь своими эмоциями со всей республикой. С вами был Станислав Яковлев. До встречи.